«Жесть и трагедия» Роднера Муратова. Советская картина «Джентльмены удачи» до сих пор входит в число любимых комедий россиян. Одним из самых трогательных персонажей фильма, несомненно, является Василий Алибабаевич в исполнении талантливого Роднера Муратова. К сожалению, к концу жизни актер стал забывать не только своего персонажа, но даже имена родных ему людей. Личная жизнь у актера не сложилась. Какое-то время он был женат на артистке Елене Давлатбековой, которая даже родила ему сына. Но брак долго не просуществовал. Осенью 2004 года Муратов вышел из дома. В тот день дверь за ним захлопнулась навсегда. Назад он не вернулся. Спустя время кто-то привез его в одну из столичных больниц. Но актер был так плох, что ничего не смог о себе сообщить. Неизвестного, похожего на бомжа, гражданина поместили в психиатрическую лечебницу. Однако другу Муратова Владимиру удалось его обнаружить. Роднера Зинятовича снова положили в обычную больницу, где у него произошел инсульт. Он впал в кому, а 10 декабря его не стало.